Кухня ЖКХ. Знаете ли вы, что можно заменить батарею в квартире и не платить за это? Как это сделать? Для ответа на вопрос мы пригласили на нашу кухню ЖКХ нашего постоянного эксперта, генерального директора управляющей компании «Актив Комфорт» Максима Манькова. Максим, почему так нам повезло, что за замену батарей в собственных квартирах можно не платить? Радиаторы отопления, которые расположены не только в подъездах, но и в квартирах, являются общим имуществом собственных помещений на квартирном доме. Конечно, если нет вентилей секущих, либо эти вентиля, запорная арматура, не в рабочем состоянии. Вне зависимости от того, указано это в договоре управления или не указано, управляющая компания обязана обслуживать общее имущество, которым является и радиатор отопления. В соответствии про нашу управляющую компанию отдельно скажу, что мы меняем радиатор отопления, естественно, бесплатно, тратим на это не маленькие деньги. Есть определенные моменты, когда мы учитываем проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. То есть еще средства фонда капремонта можно на это использовать. А в каких случаях оплата все же ляжет на бюджет жильца? На Ленина 3 недавно был капитальный ремонт отопительной системы в 2020 году, в рамках которого подлежали также замены радиатора отопления и стояки в квартирах. Некоторые жители отказывали в доступе, ссылаясь на то, что либо у них радиатор отопления в исправном состоянии, либо у них так все оборудовано, что нужно производить дополнительный демонтаж, чтобы пробраться к радиаторам на отопление. В данном случае мы учитываем данные факторы, потому что собственник помещения обязан предоставить к общему имуществу доступ. Если он отказался, конечно, уже дальнейшую работу будет он проводить самостоятельно. Вот я не думаю, что все управляющие компании и фонд капремонта рады вкладываться в замену батарей у жильцов. Наверняка кировчанам приходится сталкиваться с отказами. Что в таких случаях вы рекомендуете? С постановлением Пленума Верховного Суда 6 июня 2016 года, номер 91, где управляющая компания отказывалась выполнять работы по замене радиаторов отопления, либо брала дополнительную плату, суд признал данные вещи незаконным. Если управляющая компания отказывает, два варианта. Можно, во-первых, установить самому и потребовать возмещения денежных средств управляющей компании, если она отказывается это обращаться в суд, либо обратиться в госжилинспекцию, контрольно-надзорный орган, который проверяет деятельность управляющей компании и соблюдение ей лицензионных требований. Если мы заметили какие-то потеки на батареи, просто звоним в управляющую компанию? Нужно обратиться просто в управляющую компанию, что управляющая компания, там мастер, слесарь, пришел и проверил радиатор отопления на наличие утечек. Составляется соответствующий акт и делается его замена, ну, как правило, в межотопительный период. Но бывает, конечно, и в связи с большими объемами, вот мы, да, это и делаем и в течение отопительного периода. У нас в гостях был гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Знайте больше о своих правах. Мы сегодня убедились, что это помогает иногда сэкономить большие деньги. Кухня ЖКХ.